Если вы хотите, чтобы Новый год для вас стал красочным и незабываемым, позаботьтесь о противопожарной безопасности. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать фейерверк. Здравствуйте. Желательно, чтобы безопасное расстояние было 20 метров, то есть от домов, от деревьев, от машин, чтобы люди рядом не стояли, соответственно. Проводятся проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников, рождественских праздников, в связи с тем, что они могут при неправильном их применении представлять опасность людям. Поэтому просим, чтобы данные изделия перед тем, как применять, не поленились, обязательно прочитали инструкцию и применяли только по назначению и в местах безопасных для применения данной продукции. Прошу быть всех осторожными при применении пиротехнических изделий.